3 ноября 2016 года в Ленинском муниципальном районе Московской области произошло удивительное событие. В семье Султановых появились сразу три девочки. Родителям всего-то по 28 лет. И вот в одночасье они уже многодетная семья. Согласитесь, по сегодняшним меркам это подвиг, на который способен далеко не каждый. Однако семью трудности не пугают. Как признался нам молодой отец, впоследствии они хотели бы еще тройню. Уже вот меньше не хочется. Конечно, как Бог даст, но хотелось бы даже еще три пацана. Старшее поколение поддерживает молодых в их стремлении и обещает во всем помогать. Я бы вообще переехала к ним и жила бы прям вот с утра до ночи бы помогала. Девочек назвали Руслана, Амилия и София. Родились они здоровыми, в весе все за 2 килограмма. И можно с уверенностью сказать, что расти им будет уж точно не скучно. Это исключительный случай, тем более, что беременность наступила самостоятельно. Для нас это вообще редкость. В 2016 году в Московской области зарегистрировано уже 9 случаев рождения тройняшек. Регистрационная запись семьи Султановых в Ленинском управлении ЗАГС юбилейная, 10-я. Свои поздравления в связи с этим событием прислал также губернатор Московской области Андрей Воробьев. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.